Он настоящий воин. Настырный, что в жизни, что на льду. Как беречь свою жену, в хоккей играем. Через боль и травмы. 1% давали его выжить. 99% было, что все. Через предательство. Я помню, прям в борт припечатали, у него визор попал прям по глазу. Спортсмен, на самом деле, это как использованный материал. Как только или травмы, или же не те показатели. Приходят другие игроки. Он возвращался снова и снова. Мне не стыдно за свою карьеру, за свою жизнь, мне не стыдно. Игорь Григоренко. Жизнь после спорта. В эту субботу премьера на Матч ТВ.